14 марта во Дворце культуры чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в связи с их профессиональным праздником. Как отметил выступавший перед коллегами заместитель главы по градостроительству и жизнеобеспечению населения округа Иван Сомов, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в ЖКХ страны, угольческие коммунальщики встретили свой праздник с неплохими результатами. Это в первую очередь связано с успешной политикой главы округа по привлечению дополнительных доходов и инвестиций в округ, поскольку без денег сделать ничего невозможно. Ну а другой главной составляющей достижений сферы ЖКХ являются, конечно же, люди, которые обеспечивают наши дома теплом и светом, помогают нам решать бытовые проблемы. Без сомнения, их труд заслуживает самых наивысших оценок, и поэтому все, кто поздравлял коммунальщиков со сцены, на добрые слова не скупились. Кроме Ивана Сомова, работников ЖКХ благодарили за их труд первый заместитель главы округа Олег Яковлев, сам долгое время проработавший в этой сфере, а также первый заместитель департамента ЖКХ администрации Ярославской области Сергей Зарубин. В тот вечер они вручили множество заслуженных наград руководителям предприятий ЖКХ, их специалистам и рабочим. Кроме официальных лиц, виновников торжества поздравляли, как водится, и творческие коллективы.